Хорошие новости продолжаются. После того, как мы узнали, сколько мест дают Канберре, и вообще увидели программу Канберры, очень хорошую, очень лояльную по отбору иммигрантов, следующий нас радует Тасмания своей аллокацией мест. Подчеркиваю, эта аллокация мест только временная и будет пересмотрена уже после первого квартала этого года. Первый квартал его почти уже нет. То есть в скором будущем ее пересмотрят, и, наверное, это будет пересмотрение в сторону увеличения. Только по этой временной аллокации Тасмании уже дали 3000 мест. Причем из этих 3000 почти 2000 – это постоянные визы 190, а 1000 – это 491. Очень интересно. Мне кажется, что Лейбор, правительство, пытается частично выполнить свои обещания – по преобладанию постоянной иммиграции над временной. Вот хотя бы частично. Вот они что-то такое пытаются сообразить. 2000, почти 2000 постоянных и 1000 временных мест. Это очень интересно, что столько много 190-х виз планируют выдавать. И опять же, Тасмания будет открыта и для оншор-аппликантов, и для офшор-аппликантов. Я знаю, не все понимают эту нашу терминологию иммиграционных агентов. И для тех, кто уже в Австралии, и для тех, кто еще не в Австралии, никогда не был в Австралии. И вообще, даже если вам отказали в туристической визе в Австралию, в Америку, в любую другую страну, все равно по квалифицированной иммиграции вы можете пройти. Потому что там совершенно другие критерии. Да? Квалифицированная иммиграция – это отдельная история. И сегодня Штаты один за другим выпускают потрясающие условия этой квалифицированной иммиграции, в которой может поучаствовать каждый, кто знает английский, кому до 45 лет, и кто проходит по баллам минимум 60 баллов. И это очень-очень здорово. Вот такие хорошие новости. Тасмания, хорошая квота, почти 3000 человек, из них 2/3 это постоянные визы 190. До связи.